недавно обнаружен был какой-то казус. Сидишь и ждешь, дрожат колени куста. Я всем привет, Фоксер, сегодня поиграю Undertale опять, да, и это уже четвертая серия, как я помню. И мы будем играть, опять проходить истинного пацифиста, окей. Мы смотрите здесь, и у меня как всегда громко в наушниках. Игра очень громко. Так, кстати, не помню, куда идти. А, понял. Сейчас. Гладить. А, иди. Фух. Он прыгает? А, он еще прыгает. Четко. Стоять. Вот так все. Пощадили и можно спокойно валить наверх, искать там какой-то переключатель. О, я помню, кто это. Так, надо клавиатуру нормально поставить, а то неудобно. Что это запах? Тут этот запах, да. Если ты запах, покажись. Запах может казаться, да? Я, конечно, школу заканчиваю, даже об этом не знал. Волги — это странный запах. Мне хочется уничтожить тебя. Так, а я поваляться надо. Катаюсь в грязи, снеги, вы пахнете как странный щенок. Давай надерем человеческий хвост. Че, человечий хвост? Так, ага. Опа, стоять. Ага. Угу. Погладить. Лапы прочь, ты говнюк, короче, да, окей. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Так, короче, да, мне позвонили, все, жопа была, это капец. Так, я только сейчас заметил, что видит. Собака? Собака. Только это собаки, а не лисы. Если это были бы лисы, я бы... Фак. Я вам показал, что за прикол. Гладьте дугами. Вау, меня погладили. По сути, вау. Ты ее, да, погладить. А как же я, собака лай собаку, изумительно. По сути, я тоже в шоке. Ай, фак. Ты... Так, пощадить. Все. Собаки могут гладить других собак. Нам открылся новый мир. Спасибо, странный щенок. Да, быстро, я сам вообще в шоке. Хоть я не щенок, но я лис, окей. Ага, я понял. Папирус. Здорово. Что, как тебе удалось обойти мою ловушку? И что более важно, там кто-нибудь осталось у меня? А нас съели. Серьезно? Вау, никто никогда не наслаждался моей готовкой раньше. Что ж, не волнуйся, человек. Я шеф-повар Папирус, да? Или Папирус, блин, я не помню. Его, конечно, по-разному называют все время, а я не помню. Готовлю любую пасту, какую ты только захочешь. Хе-хе-хе, нехе. Сейчас будет музон, да? Да, поговорим с тобой. Мой брат начал коллекционировать носки. Как печально. Иногда я думаю, что бы он сделал без того классного бро, который заводится о нем. Нехе-хе. Ты? Окей. Ты четкий бро, вообще. Ага. Человек. Хм. Как же мне это сказать? Твой путь сюда занял так много времени, что я решил улучшить эту головоломку. Сложить снег так, чтобы он был похож на... А ты, типа, вот эти... Окей, ладно, сейчас посмотрим. К сожалению, снег примерз к земле. Теперь решение другое. Как обычно, мой ленивый братец не поймет, говорит, чё? А, я... Ну, я как я себя читать не умею. Полагаю, что я должен сказать... Нифига, это шарф, чётко там. Если этот плащик мини вообще... Ну, такой шатается, да? Нет волнения, человек. Я великий Папирус, все понял. Папирус решил эту головоломку, и тогда мы оба сможем пойти дальше. А пока можем попробовать решить ее сам. Постараюсь не выдавать решение. Окей, да я сам выбрал. Четко у тебя лицо, я тебе говорю, по сути, зато снег. Сейчас надо вспомнить, как я его проходил. Так. Если мы пойдем вот так, например. А вот давайте попробуем так пройти что-то. А, нет, я понял. Сейчас, секунду. Хм. Может обойти ее? Я не помню, как я ее решал. Я кажется, понял. Сейчас, секунду. Сейчас я попробую. Давайте обшипунгу. Опять делаем вот так, так. Ну я сам умный, по судьбе я обойду. Я раньше был как-то тоже решил за один ход вот так, только я что-то сейчас туплю, не могу придумать. Вау, у тебя получилось, и тебе даже не понравилось моя помощь. Конечно, невероятно, я впечатлен, конечно. Тебя... Да господи, что за...
я тут, короче, я не понимаю одного прикола. Мне позвонили и сбросили. Что ж, я уверен, ты полюбишь и следующего. Он даже может казаться слишком простой, хихи. Ну давай посмотрим. А ты быстро бегаешь, ты говоришь. Ты весь оказался. Окей, давай поговорим с тобой. А, ты быстро справился, отличная работа. Тебе даже не потребовалось моя помощь. А ты что, здесь был, что ли? Это здорово, потому что я люблю абсолютно ничего не делать. Ах ты гад, вообще, по сути. Его что мне было? О нет, это фигня какая-то, потому что... Потому что это фигня. Эй, человек. Тебе понравилась эта головоломка? Она придумана великим доктором Альфис. Да, я помню, это такая желтая маленькая. Маленькая, да. Видишь эти плитки? Вижу. Как только я дерну этот переключатель, и чё? Начнут менять свои цветы. Каждый цвет выполняет свою функцию. Красные плитки проходимые, ты можешь немножко поймать. Плоские плитки под напряжением только ударят, да. А зеленые это сигнализация, если ты наступишь на них, тебе придется встретиться с монстром. Оранжевые плитки пахнут апельсинами. Благодаря им ты будешь вкусно пахнуть. Синие плитки это водные плитки. Плыви через них, если ты хочешь, но если ты пахнешь апельсином, пираньи покусают тебя. Мне кажется, пираньи так тебя покусают просто так. Еще если синяя плитка возле желтой, вот так же ударит тебя током. Фиолетовые плитки скользкие. Ты прокатишься в следующие плитки. Однако скользкое мыло пахнет как лимоны, которые пираньи и недолюбили, но у них четко. Дальше с синим разобрались, короче, да. Фиолетовые синие разобрались, окей. Наконец розовые плитки, они ничего не делают. Ходи по ним, как тебе вздумается. Ну так как все понятно, разобрались, конечно. Отлично, осталось объяснить одну вещь, какую. Эта головоломка совершенно случайна. Когда я делаю переключатель, я создам головоломку, которую до этого никто никогда раньше не видел. Даже я не буду на это решение, нехай. Приготовься. Так сейчас видел, что этот компьютер похож на этот. Сейчас, я не помню. Мегатон? Все, как его зовут, окей. Как будто... Сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, я выкатываю, и все, пока, да? Все-таки, ладно, пошли за ним, мне интересно. Собаки, пески, кто-то там еще за хранение. Так, давайте дальше просто прям... Господи, я, конечно, не хотел... Нет. Я, конечно, что-то... А, нифига, папирус и санс камушек. Сейчас. Раз. Так, сейчас проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Старая тактика. Пум. Пум. Пум-пум. Пум. Пум. Да. Пума, блин. И все. Тух-тух-тух. Так это. Майнкрафт. Нифига, я умею ездить. Даже ногами не зашевеля, ну четко. Так сейчас какой-то снежком вылезет пес, да? А, из-за этого последнего. Я не смотрю на это, видите, я прям смотрю такой пристально в экран. Тяв, да? Нифига, как утка. Удивляет то, что как он поместился под сугроб. Так. Играй, давайте большой довольны, чтобы мы могли поиграть. А! Гав. Нифига. Какой. В смысле? Я думал уже все. Подозвать. Он подскочил. А здесь вот у нас уже три. Погладить. Большой пес вернулся, чтобы наконец его погладили. Хорошо. Вот падла. Погладить, в восторге. Гав-гав. Гав-гав, да? Играть. Ну, я не хочу читать, потому что что-то как-то. Спасибо. Может, пёс жаждет ласки. Из ласки тогда погладить. Погладить. Вот. Вот надо же было. О, все. Облязнюль и спрыгнул туда. А чё бы нет, по сути, как бы. Тоже хорошо поменяться головой и жопой. Все нормально, чё бы нет. Кто бы не хотел, по сути.
А я что будет? А, ну окей, ладно, ничего. Да. Так, это топовая ловушка, конечно, давай. Я перемотаюсь со всей скоростью, я же Майнкрафт. Снайфер, точнее. Пёску жалко, вон, видите, да? Так, и чё мы ждём? А мы чё не ждём? Не работает, да? Как она, очень похожа на неактивную. Что ж, это испытание, похоже, будет человеку не по зубам. Да, но мы не можем его использовать. Я с принципами на головоломке крайне справедливо. А ловушку искусственно прикрыту. Но этот способ слишком прямой, никогда не годится. Уберём его. Фух. Не понял, что прикола. Чего смотришь? Это была очередная чаще победа папируса. Не хе. Хе! Здорово, Санс. Пока, Санс, да? Тут. Добрались до этого. Сохраняемся. И на этом буду заканчивать, потому что надо записывать следующую серию. А пока у меня есть время, я должен записать все серии в один день. Спасибо за просмотр, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Всегда счастливо, пока. Пора привлечь внимание и сказку рассказать. Через века предания они будут знать. Одни для развлечения.